Эдгар Шанч и канал «Жизнь механика». Приехали с Борисом, наверное, крайний раз в этом году на Аку. Выдали нам Борисовы друзья лодку «Флагман 350». Попробуем его под нашим мотором. Пятеркой Тоху холодно уже становится. Борис увлечен накачкой. Борис, ты увлечен накачкой? Да! Я страшно увлечен накачкой. Боря стоит на коленях и молится, чтоб он накачал, чтоб он накачал. Он очень не хочет качать ногами. Ну ничего, сейчас аккумулятор сядет, и мы будем качать ногами. Ну, фиг его знает, может, у Бори получится. А у меня есть второй. Я проехал, честно говоря, не очень впечатлен. Сейчас сел. Впечатлится ли он? Вот в чем вопрос. Я бы сказал, что это серия под названием «Летающий пляжный матрас». Если вырезать берег и добавить побольше воды, можно подумать, что это просто ракетоплан какой-то летит. Замерзший Борис. Попутный ветер. Опасливо так идет. Ну что ж, вот и выезд на лодке. Вот. Жалко, начался немножко дождик. Большую кобру. Напоминаю, течение здесь нет. Едем вдвоем. Да, теперь я понимаю, почему нам никто не верит. Но мы все равно попробуем какой-то результат. Ёп, просто достичь. Опять по-прежнему никто не тащит. А волны все выше и выше. И бьется борт кораблям. Ценой героических усилий. Что? Крайний заезд на сегодня, наверное. Винт восьмерка. Бойко за румпелем. Лодка «Флагман». Я думаю, надо достать запись азота. Мы сейчас едем против течения, по ветру. Совершенно фантастические цифры. Целых 13,3. 12,6. Мало, короче. Ветер. А, пули свистели над нашими головами. А вон место, где слепуются все. Вот там. Да, ребята, теперь я понимаю, почему нам никто не верил. Она не едет.
под тем же самым мотором. Борис, ты за чего? Ты за чего? Вот. У него железная лодка. И вообще пофиг. На нас начало сыпать снегом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну все ради вас, все ради вас. Так, дополню выпуск небольшим замечанием. Вот здесь так и просит нормальная ручка, как у меня. Дюже вот это вот неудобно, то есть берегу причалил, подтянуть и прочее, ну неудобно. Вот здесь нужна ручка. Ручку, из которой вытягивать. Без нее как-то, ну, вообще некомфортно. Ну что, вот и закончим наше испытание. Вот такая была лодочка нам давали. Флагман 350. Вот такая килеватость. На мой взгляд, честно. Огромная килеватость. Хотелось бы чуть поменьше. У него зачем-то два килька стоят. Ну, это не наша лодка. Вот такая. Очень бы хотелось на этих лодках, как по мне, видеть вот здесь сверху ручку дополнительно, я уже сказал. Теперь я понимаю, почему нам никто не верит, что пятерка мотор не тащит двоих людей. Проехав на такой лодке, я бы тоже, наверное, не поверил. Это сделать, наверное, будет крайне тяжело. Наверное, попробуем, если у нас появится лодка ДНД. Борис стоит, скучает. Вот. Борис, попрощайся. Вот он мужественно поймал ее на ветру. А с вами был Гошаныч и канал «Жизнь механика». До новых встреч, наверное, в новом году уже будет. Это, наверное, был крайний выезд. Все, всем пока. Подписываемся на канал. До скорых встреч.